Всем привет, ребят! Сегодня какая история у нас очень интересная. Честно вам скажу, начали наводить порядок. Надо то выкинуть, все выкинуть. В общем, все тут перекладывается, все вылетает. И оказалось, что вот этот автомобиль, ну, он тоже здесь уже маленько лишний, только занимает место. И у нас еще осталось от восьмерочки, мы делали прицеп, да, который едет сам, вот такая задняя часть. А сами понимаете, ее вести, то есть на приемку металлолома, ну не совсем удобно, то есть прицепов нету больших. Короче, пришла такая идея. Кто-то там писал много тогда, там типа сделайте что-то наподобие лимузина. Смотрите, как это выглядит, очень, очень обалденно и эффектно. Не надо прицеп, доедет своим ходом. Ну, естественно, маленько еще тут чуть-чуть добавится, конечно, веса. Поэтому, друзья, сейчас берем вот эту заднюю часть от восьмерки, берем вот такую восьмерку, все это дело свариваем. Ну и, конечно же, не повезем мы ее там на каком-то эвакуаторе, либо еще на чем-то, она поедет своим ходом. Ну, это дело мы все, конечно, снимем, посмотрим, как народ на это реагирует. Но я думаю, вообще будет очень ржачно, поэтому варим и катим. Поехали. Лимузин готов, все нормально, видите, завели, он тут надымил хорошенько, ну, потому что моторчик уже нет, очень, чтобы очень. Все готово к выезду, в общем, выезжаю, катим, короче, до металлобазы, приоделся, видите, потому что лобаша нету, а на улице сегодня у нас, ну, далеко там, не плюс 10, а там, наверное, плюс 3-4 всего лишь, прохладненько, поэтому погнали по городу, ехать нам, в принципе, здесь, ну, километра 3, наверное, 4. Поэтому посмотрим заодно на реакцию людей, ну, по дороге, на остановочках, попритормаживаем везде. Ну, посмотрим, как у нас будет народ хохотать, не будет. Но в последнее время стали все веселые, поэтому, я думаю, реакция будет абсолютно адекватна. Поэтому погнали, посмотрим. Привет, привет. Ну так все едут, сигналят, короче, балдеют. Нормально.
for me. I'm in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm in love with you. Ну вот и все, ребят. Доехала она до своего, так сказать, последнего пристанища. Ох и пылюка. Фу. Ну, короче, все нормально. Люди адекватно реагируют, все сигналят, руками машут, останавливаются сфотографироваться. Вот когда бензин кончился, да, встал. То есть народ подъезжает, давайте сфотаемся, машину фотоют, все снимают. На самом деле весело, классно. То есть надеюсь, что вам тоже понравилось. Поэтому, ребят, машина приехала в свою конечную точку, приехала она сюда, на Пашинскую, переезд на металлобазу, куда мы постоянно пацанам привозим весь этот хлам. Тут же его иногда и утилизируем до конца, если нам это надо сделать. На этом у меня все. Смотрите, подписывайтесь, обязательно что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте лайки. Ну все, пока.